Ну еще раз всем привет, с вами Василиска, это группа ВЛС, с вами Стар Ладеры, Фейскапы, группа Белочка против, точнее команда Белочка против команды JG. По пикам у нас Нага Сирена, Варлок, Жакира, Вивер и Бэтрайдер у команды JG. У Белочки Рубик, Вайпер, Дарксир, Фантом, Лансер и, в общем-то, Никс Ассасин. По трипле у нас Варлок, Джакира, Нага Сирена. Нага Сирена как кэрри все же идет, будет в трипле. Бэтрайдер мид и, в общем-то, Вивер хардаком. Ну, этот вариант тоже нельзя было отрицать. Вайпер у нас на миду. Трипла, скорее всего, сейчас будет Рубик. Да, Рубик, Никс Ассасин и Фантом Лансер. Это трипла и Дарсир будет соло. Вот такие вот пирожки, ребята. Вот такие вот пирожки. Да. По крипстату, в общем-то, открываем крипстат. И начинаем смотреть. Сейчас все первые битвы будут на миду. И, в общем-то, одна из триплы, или верхняя, или нижняя, будет убивать первыми. Но я лично ставлю на то, что будет убивать Фантом Лансер, Рубик и Никс Ассасин. Тут телекинез, стана, потом замедление от копья от Фантом Лансера, и, в общем-то, мало кто может уйти, тем более будет стоять Вивер. Поэтому Виверу тяжелее будет стоять, чем Дарксиру, потому что он, ну, поватнее немного, по хп 587, и у Вивера всего лишь 1492. Есть инвиз, а если он не уйдет в инвиз, он упадет на этом же месте. А, Дарксир начинает накидывать шипы на себя и, в общем-то, начинает прессовать. А по крипстату у Вайпера 4-2, у Нага Сирены 2-0. Вот такие вот дела. Фантом Лансер купил топорик, щиток, тангусики у Вивера, тангусики, платочка, тапочки, плюс 3 ловкости и 3 веточки. У Рубика что-то вижена практически ни у кого нету. Рубика, да, вижен появляется, так, появляется, у них Ассасин делает отводы. И, в общем-то, на миду 7-5, Вайпер пока что очень сильно прессует Бэтрайдера. Бэтрайдер пытается настакать маслицем, подмазать все места Вайпера. Но пока что неплохо. У Вайпера, кстати, да, Вайпер ответные плюки дает на замедление, но пока что стаки получаются. У Бэтрайдера Вайперу нужно стики приобрести, но стика, да, стики собирается сразу Magic Wand. И сейчас будет очень весело Вайперу, потому что он будет отхиливаться за счет куча стаков будет делать Бэтрайдер, и, в общем-то, палочка будет всегда полна стиками, которые поражать и отхилиться, и пополнить ману. Так, у Вивера пока что не очень. У него всего лишь 2 телекинеса. Рубик практически половина хп просто Вивер снес Рубену. Бэтрайдер тут летает. Вайпер спокойненько стоит и наслаждается, в общем-то, качем. Кстати говоря, Нага Сирена обогнала по крипам уже 13-3. Фантом Лансера. Фантом Лансер 12-0 и, в общем-то, мидера, который 10-7. Так, шипы бьют. Нагу Сирену и очень больно бьют. У Нагу Сирены сетка, волна. У Джакирки у нас... так, да, у Джакирки у нас только фрост. Заморозка. И да, ставится вардец, и Виверу сейчас будет очень плохо. Виверов пытаются сейчас будут забирать. Готова уже команда Белочка, чтобы уничтожить Виверка. Так, у Бэтрайдерка. Да, Бэтрайдер. Ой, как хорошо плевок произошел. Ой, так, заходит. Стан. Нет, Вивер уже ушел. И, в общем-то, там стан не будет делаться. Сейчас бы от телекинеза начинать. Но нужно тогда поближе Фантом Лансера ставить, да, чтобы все же Вивер забрать. Но тем временем Дарксир. У Дарксира Соуринг, наверное. Нет, Соуринг пока нету. 450 голды, есть щиток, тангов, фласки. И, в общем-то, клерити. Одна баночка. У Вайпера есть Magic Wand, настаканные уже на 2.
есть немножко жизни за счет нефти. Может, если поражать чеку и еще успеть. А вот Бэтрайдер страдает. Яд Вайпер очень-очень сильно сказывается на его движущей опорной системе. И очень больно атакует его. Так, удар Сира. Удар Сира, в общем-то, все хорошо. У Фантом Лайсера 1500 голды. Где он? Давайте посмотрим, что он заказал. Да, у Фантом Лансера 1500 голды, и он делает мидас сразу. Покупает рецепт. И сейчас должна быть перчатка уже скоро. Начинается рецепта. Тоже неплохо. У Вивера ножки прикольные. Да, у него сет. Прикольно даже башка. У Нага пока что по крипстату опережает даже Фантом Лансера 28 на 12, у Фантом Лансера 27 на 0. И, в общем-то, все идет хорошо у команды JG. Очень сильно быстро фармит Нага. У Вивера Пурмашилд готов, ребяточки, есть Вижен тоже, он снял вард вражеский. Ой-ой-ой, сильно... Так, стан, удар, еще удар, сейчас должны... А нет, карапаси это уже... А нет, вот карапаси включаются, но поздновато, поздновато, надо было все же при ударе. А, ой, так, заходит, сейчас должен Вивер минус... Нет, Бэтрайдер, Бэтрайдер сделал ФБ, ФБ сделал Бэтрайдер, а Вайпер не смог. Не смог умереть первым, вот такие вот дела. Зеленая, непонятная... Создание просто заплевал Бэтрайдера, и он отправляется домой. Давайте поможем ему ручки ему, и, в общем, пока что забудем. Тем временем Фантом Лансер пытается убить Вивера, который прессует Фантом Лансера. Телекинеза пока что мы не видим с болтами от Рубика. Вивера не хотят, Виверу дают фарма. Кстати, Вивер у нас на 4-м месте. Стоит по уровню героя. Вайпер 8, Нага 5, и, в общем-то, Вивер 5 Бэтрайдером. По убийствам лидирует Вайпер. Бэтрайдер берет руну иллюзий. Ботла у Бэтрайдера до сих пор нету. У Вайпера готовы фазы, бант. И сейчас он начнет уже танковать. Очень сильно танковать начнет. Что ж такое? Дарксир тем временем на 6-й минуте сделал себе соулинг. И теперь у него бесконечная мана, он будет переливаться. ХП в ману, и тем временем на делать шипы на крипов и на себе. Стяжки пока не прокачаны. Дарксир 2-й уровень всего-то пока что. Но все впереди. У Бэтрайдера щиток, есть тапочек, ну, до фазов ему очень еще далеко. Так, у Вивера Виверок делается телекинез, откидывается крипам, крипы наносят энное количество дамаги понемножку. Ну, в общем-то, какого-нибудь дискомфорта Вивер не чувствует себя на лайне. Ставится вардец, Вивера стоит стан, но Вивер все равно уходит, потому что вардов от команды Белочка мы пока не видим. Против Вивера. И команда JG пока что лидирует, очень сильно лидирует именно под тем, то, что у них есть Вивер. Но у команды Белочка есть ФБ, и у них куча голды. Если глянем, по голде плюс 2000 у команды Белочка, по опыту вот плюс 1000 опыт. Ой, так, ой, как хорошо, Вивер сейчас может забрать Никсосайти, но проходит сквозь него, сейчас Рубик делает телекинез и поднимет Вивера. Телекинез, но уже Никсосатин упал. И сейчас пытается... Да, и размен один в один. Первый упал Никсосатин, второй упал Вивер. И счет 1-2. Джакира заходит под инвизом. Бэтрайдер набрасывается. Стан мимо! Мимо стан! Дает Джакира и уходит оттуда. Бэтрайдер просто разжигает просто так флейм свой. Фаерфлай. Ага. Ну вот. Такие косяки делают обе команды, очень существенные, и
Это очень плохо сказывается на GG, потому что лидирует реально очень сильно уже плюс 1500 голды у команды Белочка. И у Белочки сейчас большее преимущество. Фантом Лантер покупает Мидас, покупает Транквилла и просто хорошо качается. Сейчас 30 секунд откатится уже Мидасик, и он сожрет еще одного крипа. Плюс 190 голды дополнительно, и это очень хорошо. Тут Вайпер заходит, стан хороший по двоим, прям под башней. Даже Дарксир не стал суваться, да, уничтожает Варлока. А, Нага пытается выжить, убивает сейчас, скорее всего, еще и... Да, даблкил делает команда Белочка. И тем... И все. И все. На этом точка. Так, Бэтрайдер делает лосо, но Дарксир убегает. Он Дарксира в лосо пометил, и остался один плювок под Дарксиру. Стик пытается догнать его. Тут Никс Ассасин делает Карапаси. Бэтрайдер убивает Дарксира. А, почему-то были сделаны Карапаси за место стана. Может, КД там было? Или маны так мало? А, так, Варлок сейчас должен упасть. Вайпер забирает Варлока и уходит. Ой, увидел Вайпер Нагу. Но лезть под башню он не хочет, потому что очень-очень сильно понизили броню сейчас. Нет. Никс Ассасин появляется, но Вайпер выживает и отправляет его за счет хосты Дарксира в таверну, под хилиса, подлечить ванны, сделать лечебные клизмы и, в общем-то, снова атаковать. А, Вивера делает телекинез, стрела, нет, вардов нету, так, делается порошок, но толку сейчас от порошка слишком поздно, и Вивер выживает и делает, еще порошок снимает, и сейчас это снова пойдет в бой. А, базилка у Вивера, Пурменшилд, Бэтрайдера ничего нету. У Джакира ворцы. У Варлока непонятно что будет. Я думаю, Soul Ring будет все же Варлок собирать, но тут на базилку больше не намек идет. А, да, Дарксир дает хосту, залазит Вайпер под башню. Сейчас могли бы под башню его собрать. Эти сетка от Наги была, но у Наги была сетка, но она это не сделала. Не сделала она сетку под башню, но могли бы Вайпера сейчас прям под башню-то и забрать. Но что-то пошло не так. И Нага Сирена решила все же отойти. Бэтрайдер тут пока что понемножку фармится. По убийствам мы видим, Вайпер лидирует, у него 5-0. Да, потом Рубик и Дарксир со стороны Дайер. Белочки, в общем, по хилам. По хилам со стороны именно GG. Да, минус. Минус Бэтрайдер, загулявший. 6-0 у Вайпера. По уровню героев лидирует Вайпер, у него 11 левел, остальные 8. До Бэтрайдера, Вивера и Нага Сирена. Так, Нага Сирена делает стан, телекинез, пытаются Нага Сирену забрать. Ой, хороший просто, да, подвоим стяжечка от Дарксира. Так, частишка, минус Рубик, минус Дарксир. Дарксир убегает, еле-еле выжил. Дарксир выжил. А, минус Вайпер. Извиняюсь, что выключаем, меня тут начали отвлекать просто не вовремя. Ой, так, Вайпер уходит под косту, и, в общем-то, размен 1 в 2 произошел. А, Рубик и Никс Ассасин упали. У Вивера базилочка, 500 голды, но Вивер пока что себя не оправдывает. Опа, Вивер Фантом Лансер забрался с помощью копья. Ой-ой-ой-ой-ой, что творит? Что творит Виверок? 13-я минута, у него только базилка и Пурманшилд. Хотя у него очень неплохие были шансы. Долго он стоял, не умирая. Ну, плюс варды он закупал, правда. Вот еще 200 голды. Бэтрайдер под ДД. Летит на мид. Вайпера так еще никто не забирал. Да, Вайпера еще никто не забирал. По крипам у нас лидирует сейчас Фантом Лансер, у него 74 на 0. Потом Нага Сирена 58 на 22. И, в общем-то, Вайпер 46. Делается ульта. Нага делает иллюзии. Идут на Вайпера. Это первая смерть Вайпера сейчас будет. Да, Вайпер отлетает.
Все бегут за Нагасирен. Нагасирен дает сон. И просто уходит. Вивер подбегает. Сейчас, может быть, нарубасит Рубиком. Нет, пытается нарубасить Дарксира, но Дарксир убегает. Вивер делает хасту. Бежит. Ой-ой-ой, что-то подлагивает. Интернет, извиняюсь, если что. О, хороший, хорошо. Ну, зачем? Можно же было Дарксира попробовать. Нет, решили убежать. Ну, в общем-то, неплохо. Размен 5-11 по общему счету. По... У Вивера 28-3 по крипстату, по уровню героя также... О, Фантом Лансер догнал Вайпера, 11-й левел Вайпер и Фантом Лансер. По убийствам наш Бэтрайдер начинает немножко производить киллы. 3-2, Фантом Лансер 1-0, Дарсир, Рубик и, в общем-то, Никасатин по одному киллу, и Вивер последний заканчивает тоже у него один килл. Так... По голде у нас лидирует плюс 4000 команда Белочка и плюс 4 по голде тоже. И по опыту, и по голде, в общем-то, Белочка лидирует. И у Фантома и Лансера появляются диффуза. Вот у Вивера сейчас начнутся проблемы очень сильные за счет того, что маны ему не будет хватать на инвиз. Потому что Фантом Лансер высустит просто все. Все до копеечки. Выдержит все его, всю его ману изнутри за счет диффузов. Да еще нанося дополнительный дамаг ими. Вот такие пирожки. Да. Джакира Вижена. Да. Нага Транквилла. У Наги 3300 голды. Сейчас, скорее всего, она копит на Радик, как я думаю. Потому что это все же Радик будет. Или Тараска, чтобы иллюзии стали толще. Потому что Нага через Тарашку довольно-таки довольно, очень сильный персонаж. Вивер. Собирает, наконец-то у него появляется Аквила. Бант на базе лежит на фонтане. Сейчас курица прилетит. Дарксир видит ДД, сейчас возьмет ДД. Нет, ждет. Хочет отдать кому-то другому. Но сейчас Вивер сам возьмет и кому-то налупит этой же ДДшкой по его ДДшке. У Вайпера появляется Лотар. В общем-то, все окей. Но что-то у Наги непонятно. У Бэтрайдера появляется Блинк Дагер. Счет общий 5-11. И у Варлока есть голем. О-ля-ля. Что мы видим? Это же голем огненный. Он сейчас будет подходить и сжечь себя. И с руки очень сильно дамажит. Да, с руки он не сильно пока что. Урон на все голема 75, броня 5. Да, он не так уж сильно, но дополнительный урон его пугает. То, что он может за счет пассивки голем-то. И плюс еще то, что он мини-радик. И он очень... Ой, Вайпер снова делает свои пакости. Минус Нага. Нага выживает. Нет, Нага не выживает. Ульта Вайпера добивает его. Продолжает фармить крипов. Очень-очень хорошо фармят. Сейчас, минуточку. Так. GG пока что 5-13. И, в общем-то, белочки забирают еще два фрага свою копилочку. Белочки в дупло себе пару орешков забрали. Я думаю, через пару минут мы увидим еще пару орешков в дупле у них. И белочка очень агрессивно настроена. Может, у белочки бешенство, из-за этого она так сильно нападает. Агрессивно ведет агрессив со стороны GG. Опа, паузу. Надо нажимать команде белочка. У них Дарксир что-то с интернетом, скорее всего, опять. Дарксира из-за этого убивают. Никто паузу не нажимает. Пауза наконец-то нажата. Через минуту просто, когда он вылетел. И ждем Дарксира, когда он вернется. Отжимает. А, все, Дарксир вернулся, отжимается пауза. Но он уже умер, поэтому ждать нету смысла. Хотя должны были в чате написать go, но что-то этого я не заметил. Тут 4 белочки стоят и идут на Т2. Т1 практически все снесены. Сейчас. Т1 последний стоит просто на боте у команды GG.
Так, Рубик. Рубик отнимает. Рубик отнимает стелс Вивера. О май гад. Рубик сейчас будет очень зверствовать сам, проходя через всех героев вражеских. Он будет наносить 130 дамаги. 120. Нет, 150 дамаги. Я ошибся аж на 30-ку. Но это Бэтрайдер не спасает все равно. Даже если я ошибся. Практически половина стана от Никсасасина. Да, чуть меньше, чем Никсасасин будет бить. Один Рубик, проходящий всех инвизом. Тем более у Рубика это то, что интеллект, у него маны больше, чем у Вивера. И он больше раз это сделает, чем Вивер. Так что тому же Виверу довольно-таки будет неприятно. Вот сейчас Рубик мог бы пройтись, но что-то он не хочет терять такую великолепную способность, как инвиз Вивера. Ну, можно, если сейчас Голем в Рубиком стырить, то будет уже весел команде именно Белочка, потому что Големы против Големов тоже не очень хорошо бывает. Рубик, конечно, антипиком, если все правильно делать. Ой, умирает Вивер. Вызываются Големы. Делает сон, вызывается Големы, но Големы стан не, в общем-то, не делают. Так, Вайпера подносит под башню, минус Вайпера, счет 1-1. Стан хороший по Никсасину, дает Джакира. Все, бежит. Подальше оттуда. Где у нас Рубик? Рубик убегает. Рубик стырил хилочку от Варлока, хотя все же дамаг был у меня, по-моему, лучше. Но не успел он стырить големов, это плохо. За счет диффузы был убит голем. Фантом Лантера. Поэтому следующей битве Голем может также помереть. Бессмысленно. А потом на встрече ему Рубик вызовет своих. И тогда уже команда GG не сможет отбиться от своих же големов. У них же диффузы нету. Да, нет, диффуза есть у Нага Сирены, поэтому они также смогут отбиться. Это была собранность уже диффуза. Да, ну вот. Такие приключения у наших героев и с одной, и с другой команды. Это Фейс Кап идет старладовский, ребята. Это не я что-то отыскал, это старладор. Данные команды играют на Фейс Капе. 2097. Ну а Дарксир снова. Так, опа, минус Джакира, и Джакира просто падает от яда, можно было даже не стрелять. Натиск на Варлока идет, Варлок пытается убежать, но Варлок не убежит, минус Варлок, даблкил от команды Белочка. Белочка. Как это нежно. Белочка. Да, Фантом Лансер пропушивает Т2. Т1 полностью команда GG решилась. Что-то сегодня Дарксиры не играют. Команда. Вот Дарксиры очень неплохо. Я довольно-таки часто стримлю. Дарксиры в вакуум. ДСВА. Очень неплохая команда. Они до финала дошли. На Фейскапе. И, в общем-то, следующую серию прошли. Сносится Т2 на миде. Это команда Белочка. Джейджи. Ждут плевок от Вайпера. Нага сейчас будет вызываться големы. Големы вызываются. Но сейчас стан не будет от голема. Нет, делается стан. Голем. Рубик не может вызвать, потому что он в лосо. И, в общем-то, голем нарубает. Минус Рубик, минус Варлок. Стяжка. Стяжка. Минус Дарксир, минус Нага, минус Джакира. Голем полуубитый. Вайпер пытается убить Вивера. Вивер не убегает просто. Его просто сносит там в яде. Он просто захлебнулся в болотной жидкости. И 3-2. И GG от команды GG. Команда Белочка выигрывает, и ждем следующего боя.
Вот такие дела. Ребята, ждем, ждем, ждем. И, а пока что музыка. Я думаю, скоро будет как раз с тобой именно этот, и ждем противника.